Центральный вес 104 килограмма. Это было очень трудно, непросто. У меня был очень хороший противник. Как два непрофессиональных спортсмена, мы, я думаю, с Ваней постарались показать очень неплохой бой. Такой, ну, насколько могли спокойно, но как бы достаточно жестко. Но хотелось бы лучше, да. Да, потому что, ну, много, сам же видишь, как-то чувствуешь, что там очень много моментов, которые, ну, абсолютно не отвечают профессиональному уровню, но... Для любителей, я думаю, было весело. Вы знаете, я уже говорил, вот я благодарил ребят на ринге, потому что, в принципе, это уникальная команда. Камил, Батус, Ангаджи. И ребята, как бы все, кто делает, их очень много. Как бы все, кто делает это замечательное мероприятие, ими, я думаю, стоит только восхищаться и всячески им помогать. Потому что парни действительно очень много делают для спорта, для, я думаю, даже для нашего общества, в принципе. Потому что они как-то очень доступно, да, доносят все-таки на сегодняшний день важность вот этого, как бы важность единоборств для всех. Для спортсменов профессиональных, для людей шоу-бизнеса, для искусства, как бы для людей. Потому что любой мужчина, да, если отбросить какие-то все вещи, которые касаются... Ну, аспекты общества потребления, да, профессия, там, какие-то дела, которые мы делаем для того, чтобы жить. Любой мужчина – это прежде всего защитник. То есть, если отбросить все вот эти вещи, то оно все сводится к тому, чтобы каждый россиянин был достойным защитником. Поэтому, я думаю, они молодцы. Спасибо вам, спасибо за красивый бой. Спасибо.